Всем здорово, бравлером и подписчикам моего канала. Продолжаем прокачку «Путь к славе». Как наберу, соответственно, количество подписчиков равное количеству кубкам, так открываю. Открываю сундучки, а мы забираем с вами брока, забираем монеты. И давай жми лайкос, чтобы был классный видос, чтобы нам, соответственно, выпал бравлер. Посмотрим, все ли прожали Лукаса или нет, или еще не успели. Сейчас посмотрим, исправить ли, кстати, эту ситуацию. Вы, нет, не прожали. 75, кому бы дать, конечно же, Брока, у нас новый игрок, его нужно прокачивать максимально. Соточку и полтинничек еще, ну сейчас посмотрим, нити. Окей, вот этот сундучок мы откроем обязательно. Забираем все бесплатно в магазине, ну как бесплатно, за бабосики, за наши монетки. Но потом мы, соответственно, все увеличим и все будет чики-пуки. Так, ну это мы улучшаем, улучшаем, понятно, улучшаем. Всех улучшаем по максимуму, сколько хватает бабосиков. Так, погнали мы с вами, конечно же, в наш любимый футбольчик. Как же без футбольчиков? Кто не любит футбольчик? Ну, я не особо люблю футбольчик, но в игре можно поиграть в футбольчик. Окей. Так, нас замочили, но ничего страшного. Так, мы играем изначально роза. Сейчас посмотрим, в принципе, роза будет ли тут тащить или нет. Не знаю, почему взял розу, но почему-то взял розу. Необъяснимо, но факт. Взял розу. Так, окей, пока-чпока мы загасили. Так, Брок, вон Брок наш. Может, кстати, Броком будет попробовать поиграть, почему бы нет. Но здесь, не знаю, вряд ли, наверное, потому что он выцеливает. Здесь нужно побыстрее как бы все настреливать так вот быстренько-быстренько. Так, ну, а это, походу, голова, да? Они нам забивают гол, да. Хум забивает нам гол. Или Хам, я не знаю, как правильно. Можете написать в комментариях. Так, окей, нет, Роза, смотрите, она просто, она не может его просто добить, я не знаю почему. Окей, первая попытка и в нулину. Так, забрали мы кого? Как ее назвать? Джейси, точно, вот, Джейси. Так, ставим пушечку куда-нибудь сюда. Давай, ну, конечно же, Нита нам забивает гол. Ну, как же без Нит? Нита так-то имбова, на самом деле, мне очень так нравится. Ну, до поры до времени, соответственно, для сколько кубков. Так, Карла пытаемся добить, нет, ага, так, кто там, Шелли. Так, догнать, ну, давайте Мишутку-то, смотрите, он просто неуязвимый, смотрите. Он реально просто неуязвимый, вот Мишка, вот смотрите, Нита реально какая-то неуязвимая, вы видели? Она захилилась, не умерла, так же с мячом все бегает, куда-то его выпнула. И сейчас нам еще, наверное, забьет гол. Нет, все-таки забрал. Я нужно бы, да, есть. Все, по-быстрому, главное отопнуть, ребята. Так, крыска наша там, крыска, да. Не помню, Мортис, по-моему, да, это Мортис, я его крыска. Он, потому что Мортис, это реально крыска, по-другому он вообще не играет. Я не знаю, не встречал, он все время так. Блин, я не успел, красавчик Мортис поймал. Прямо гол поймал, как вратарь. Так, еще раз кто-то поймал, я так и не понял. Так, у меня неуязвимость, меня не трожьте. Осторожно. Так, Шелли ультует. Блин, нам нужно как-то забрать Шелли. Ну, нет, да. Да, есть. Какой замес, ребята, что тут? Нет, все-таки нас Карл, походу. Ну, Карл тоже так-то прикольно, очень прикольно. Антракс забивает гол. Окей. Пошел-ка, я думаю, схожу уже в кристаллики. Почему бы и нет? Потому что кристаллики так-то нормальная тема, но тоже нифига. В зависимости от карты, на самом деле. Так, Шелли, смотрите, стоит, пытается пушку вынести, но пушку в нее уже настреляла. Так, ставим еще. Точнее, ставит у нас не я, Джейси, я выкидываю медведя. Ну, медведь, в принципе, очень тоже имбовый. Ну, это как у пингвина, вот эти пиу-пиу-пиу, которые бегают за вами, вот эти доставучие маленькие. Из звонка, из, не знаю, как из школьного звонка они вылезают и такие начинают доставать вам прямо вас. Вообще, вот тот то же самое, вот у пингвина. Так, выкидываем медведя, он сейчас, да, он просто фигачит ему пофигу. Медведь просто фигачит ему реально пофигу. Фух. Так, следующее у нас, конечно же, возвращаемся к футбольчику. Я взял Мишку, почему бы не взять нам Мишку? Окей, Шелли пытаемся добить. Ладно, она сейчас, наверное, там добьется. И смотрите, против нас опять Карл. Но что такое вообще? Так, бочка. Ну, бочка нам... Все, нет, бочку зарашили. Бочка хорошо, такой вблизи, в принципе. Больше она ничем, ну, не прям так нехорошо, можно сказать. Так, окей, нужно выстрелить и как-то Карла пытаться добить. Медведя, да. Я успел медведя вытащить, это хорошо. Вот он там нормально, кстати, помог по-любому. Мы видели, как он его начал рашить просто. Сильно дальше. Так, окей, бочка, нужно бочку. Все, бочку загасили. Карл просто доставучая машина, вам серьезно говорю. Постоянно, кстати, наблюдает, а? Вы же не знаете про этот аккаунт. Смотрите, кто-то смотрит.
Все, сразу да, не смотрите. Понятно, видели, да, глазочек смотрит, наблюдает. Вот так вот медведь, нет, но он его все в принципе не достал чуть-чуть. Окей, что у нас здесь дальше? Карл, ну смотрите, он просто реально приставучка-липучка. Так, окей, выкинул я медведя, нет, не успел. Медведя не успел выкинуть, ничего страшного, сейчас выкинем куда-нибудь сразу при первой возможности. Так, давай, Карл, на него, на медведя. Ну, интернет, как же мы любим интернет. Даже тут постоянно, даже на записи какая-то фигня с интернетом. Мишку надо было выкинуть, почему я не выкинул? А, у нас бой окончания, и мы выиграли все-таки. Фу. Так. Тарика, по-моему, да? Или как-то, или я ошибаюсь, ребят. Вот нужно мне было, видите, все-таки встать за сундуки. Я начал автоматом стрелять, и в итоге он меня добил. Ладно, окей, попытка номер два. Попыточка номер два. Вы не смотрите, какие события, они уже были где-то с неделю назад. Чуть-чуть, аж побольше. Дней так 10 назад, вот эти были события все. Так, окей, Брук, смотрите, смотрите, стоит, на тебе, напуляли. Мне, кстати, я мог бы его, кстати, добить еще в тот раз, но почему-то я этого не сделал. Вот смотрите, наверху кто-то вроде пробежал, нет? Или нет? Ну как так? Вот он там вроде кто-то сидит, пробежал же. Или мне показалось? Ну мне, нет, я реально видел, что там кто-то сидит. Так, кусты, тоже, да, кусты чекаешь? Вон, смотрите, видели? Там кто-то сидит, мышь просто, вот серьезно, не всегда так сидит. А приду-ка я попробую убить его. Вот он, вот эта мышь, вот смотрите, он просто так вот и сидит, он так всю игру и просидит, займет топ-1, вот это честно, это конечно же нечестно. Так, ладно, попытка номер 3, по-моему. Так, взял я Брока, почему бы и нет, он далеко стреляет, главное попадать, главное в яблочко. Вот если в яблочко попадать, будет нормально. Так, ой, блин, нет, она вовремя срулила, 1270 наносит, воу, паника, тихо. Так, куда же, она, наверное, пошла назад, да, вон она, я просто ее достаю. Так, да, я ее довынес и забрал все-таки этих два кубка, которые ты хотел. Так, тихо. На, держи. Плюшечку. Так, два сундучка. Почему бы и нет? Два сундучка можно, конечно же, и собрать, пособирать, постоять. Столкновение уже есть. Нас осталось чуть-чуть. Так, а, вон он, Эльтора. Эльтора с девяткой. В принципе, он для меня опасен. Но когда я тоже под бустом, он мне не опасен. Все, я думаю, пока, Вивелова. Да, до свидания, Эльтор. И, кстати, выпал всего 4, представляете, банки. Всего 4 банки. Так, тихо, Шерри. Ты не главное... Она главное, чтобы не накопила ульту, не подбежала, не ультанула. Так, она мне... Смотрите, ой, блин, я хотя в пенек стреляю, в пенек. Просто незаметный пенек. Да что такое-то, ни по кому попасть. Нет, попал. Ты куда забрала? Это моя была жертва вообще-то. Так, тихо. Давай. Да, вот. просто она всех разнесла. Умерла и разнесла, называется. Так, не понимаю, что он хотел сделать, но окей, ладно, бывает. Мишка. Что Мишка хотел сделать, по-моему, медведя убил. Так, окей, и ульту, кстати, накопил, уже 3 банки, хорошо. О, бустик, коктейльчик, он еще один скоро появится. Не знаю, зачем сюда стрельнуть, нужно было чуть-чуть подальше стрельнуть, но в любом случае. Так, это забираем. Эльтора, давай, до свидания. И, оп, в яблочко, есть. Здесь мы забираем, там мы забираем. У нас уже 8 кубков. Я не знаю, почему называю кубки, это не кубки так-то. Так, там что? Ага, сундучок. Почему-то я не увидел его, а там я увидел. Прикинь, какой глазастый. Какой же глазастый все-таки. Так, 9 кубков, так. Вот это я вижу. Вкусняшку. Отстань, Карл. Ты очень доставучий. Я думаю, тебе... Нет, ты не умер. Ты серьезно? Ты не умер, Карл. Карл. Эй, Карл. Так, окей. Эй, бул. Тихо. Главное, чтобы был... Так, есть одного. Есть. Замазали. Убили. Так, окей. 11 еще. У него 7, кстати. Ну, в принципе, смотрите, он мне нормально дамэджит. Блин, я вот так и не... Смотрите, нет. Он подхилился. Нет, все-таки в яблочко. Как же без яблочек? Так, вот так, тихо, чпока-пока. Давай ко мне. И я тебе... Ну, давай еще разок. Все, бывает, столько не хватает. Но сейчас, в принципе, много не хватало. То бывает, там не хватает 30-ку, прикиньте. И он вас, допустим, добивает. Фух. Так, а, вон Роза ныкается. Но зря ты ныкаешься, я тебя видел. Так, давай сюда гони 2 баночки. И еще собираем баночки. Так, и здесь мы тоже, конечно же, собираем. Пусть нас и дамэджит, ничего страшного.
Так, опять Эльдора и, конечно же, интернет. Второй раз уже интернет, это только на видео. Не понимает, что такое, хотя свой план был. Все, Эльдора, Гуге. Гуге, Эльдора, все. Так, все, сейчас проверим, поставили все ли лайки или нет. Давай. Нет, не все лайки поставили. Ну, хотя спасибо даже на том, то, что вы стали видео смотреть дольше и длиннее получается. Просмотр сейчас больше. Кстати, смотрите, x200 выпало. Фух. Так, улучшаем, конечно же, и улучшаем. Почему бы нет? Здесь не хватает. Здесь не хватает. Всего-то 35 и 75. Так мало сейчас кажется, когда уже много надо. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем пока.